London is the capital of Great Britain. Мы с коучем прошли. Мы старая школа, мы знаем, что надо глотать, глотать запрещенные сейчас вещи. Сейчас я скажу, да. Что я знаю. По-английски. Yes. My name is... Нет, забыл, сейчас я помню. Монтаж. Монтаж уберет все это. У Димона ректальный досмотр всего, как он любит. Как он любит? Пойдем вспомним Димону, в котором предстоит анальное возмездие жесткое. Один дезодорант. У меня два пластиковых пакета со всяким говном. Наехал мне на ногу два пакета, и меня пропустили без досмотра. А его вот этот дезик, вот эти огни Москвы, блядь, старые, 82-го года. Я вынужден сделать заявление, что мне не удалось ничего провести на территории. Глотать, потому что надо. Где-то здесь. Где-то здесь. Мне кажется, фраза типа, у меня ничего не нашли, надо говорить потише. Нельзя расслабляться, парни. Сумки могут спиздить каждую минуту. Враждебная территория. Пойдем. Пришел тренер, пошли. Пойдем. Последнее время свинья начала зазнаваться, но у нас есть для этого пустой полиэтиленовый пакет. Так, мы начинаем тесты в Ирландии. Здесь все. Дюша, Стас Метелкин. Где-то еще Альеша должен у нас ездить. Вокруг говны, потому что коровник. Мы с Коляном свою машину, как принято говорить, решили отправить в Ригу, чтобы сделать ребилд и подготовку к ралли мастер-шоу. 80 с правым, левый 7. 70 правый, 7 резко внутри. 60 левее, 10, правый 7. Чуть распусти, 7 плюс. 70 левый, 4 плюс. 4 плюс. Вот, вот еще очень крутая тачка, как мне кажется. Клюха. Заднеприводный монстр. С правым рулем, естественно, все, тут основная проблема, это все ездят по встречке, руль у них из бардачка. Достаточно проблематично. А особенно на ознакомлении разъезжаться с тачками, никто не понимает, почему мы стараемся все время правее уходить. Вот, выпучивают глаза. Ну, потихоньку адаптируются. Сейчас пацаны начнут гонять. Немножко поснимаем. Ты попробуй, Васек. Ты вроде начинай на втором, когда расстанешься, а потом попробуем первый и третий, ладно? Ирландские тёлочки. Первый раз на меня смотрит столько тёлочек. Какой интересный шоу. Второй день тестов. Парни начали осознавать, что они не в Прибалтике. Что вы, блядь, где мы вообще? Нет, тут в карте, мы здесь где-то вот. Да? Там, где вот лицо и вот там. Там, где Равис. Да, ну-ка, Челябинск на виды, знаешь, где Челябинск? Далеко отсюда. Я думаю, что тут есть. Блядь, естественно, Челябинск. Относительно него вся карта рисуется, чтобы ты понимал. Москва. Так, сейчас я тебе покажу. Челябинск. А не будет, держи. Да как не будет? Как без Челябинска? Где-то вот там. Бля, а как без Челябинска-то? Тут уже. Вот, да, да, ну вот. Там, здесь. Пермь есть. Ой, выбрасывай карту. Плохая. Говно, карта говно. Ключевых городов нет. И какая очередь на Питалово? Вон. Гигантская очередь на Питалово. Судя по всему, Лукас приехал просто поесть, потому что он приехал на тест и сразу пошел есть.
и все бьются за вкусный яблочный пирог. Но наши доблестные механики, спина которых не попадает, вы видите, по ширине в экран, он сделал проще. В то время как все бьются, он принес, просто взял и спиздил целую коробку с пирогом. И был искренне удивлен, что ему никто слова не сказал. Посмотрите, какой он здоровый, кто ему что скажет. Пойдем, пойдем с принцессой на мед. Да, хорошо. На мединструктаж. Сейчас. Так, а принцип реанимации? Чуть-чуть. Я сейчас расскажу. Палочкой не пиздил никто, нет? Нет, никто. Я могу тебе показать. Ну-ка. А тебя часто палочки? Я часто пиздили палочки. Меня нет, я не часто. Зато я очень опытная. Я только что отхлестала Инесс. Нет, отхлестала один раз. Инесс, 50 оттенков. Палочкой. Ой, пересмотрела. Так, короче, все участники обязаны пройти инструктаж по реанимации. Такие сомнительные основы, но тем не менее, есть манекены. Каждому дают вот такую памятку, где сказано, что надо делать, в какой последовательности. Ну, по многому я, конечно, с ними не согласен, но радует, что всем участникам об этом рассказывают. Сейчас фрагмент покажем. А почему? Хоть с кем-то, понимаете? И ребенок тут же у нее есть. Скандал интриги расследования. У Инессы есть ребенок. Смотрите, Коля хвастается Инессе, как мы с ним кувыркались вчера. Да. Так, штаб находится в неком музее, доме Титаника. Будет все посвящено Титанику, потому что где-то, ну это Женина очаровашка смеется. А модель Титаника, очень много картин, потому что вот там находятся верфи, где собирали, собственно, Титаник. Ну и, естественно, готовые стенограммы есть. Инструктаж по стандартным стенограммам, которые относительно угла поворота рулевого колеса. И, собственно, уже все готово с пояснениями. Написана стенограмма «Стандарт для ленивых». Коуч смотрит на эти стенограммы с пренебрежением. Что за херня читается у него в глазах. А потом купить чугубок в магазине, наклеишь уже всех убить. Так некоторые, знаете, некоторые делают, некоторые участники. Что? Сделала? Что? Сделала? Это вопрос, который волнует всю аудиторию. Там нет ничего. Сделала? Боже мой, все понятно. Наконец-то женщина меня, живая женщина меня взяла силой. Что живая женщина-то? Взяла меня силой. Взяла тебя силой? Сейчас, погодь. Ярик, ты себе делал себя? Уже все сделано. А ты? 100 сантиметров. Скажи, а ты? Ну скажи, сколько? Своим добавил 5, получилось 10. Короче, приехали брать вторую машину для ознакомления для Васи. Сказали, что первую мы списали в Total, поэтому началась какая-то суета. Движуха, звонки по телефону. Мы всех напугали. Наш индийский друг. Он первым раскусил нас и еще вчера спросил, вы на нашей машине будете участвовать в ралли Ирландии? Смотрите, сколько дебилов, все по встречке едут. И мы вынуждены, чтобы с ними не столкнуться ехать по встречке. Шел пятый кошмар. Пятый день пребывания в Ирландии. Стас до сих пор не понимает, что происходит. Типичная вот солнечная погода для Ирландии, характерная. Очень тепло, люди бегают в шортах. Нам тоже достаточно тепло, как видите.
просто для ознакомления один спецучасток короткий, который мы будем писать пешком под таким дождиком. Чуть позже покажем, как это выглядит. Я отвечаю за зонт Дмитрия Лебедника. Я зонтоносец. Здравствуйте, дорогие друзья. Идем мы. Вот стоят конусы. Конусы выставлены, я думаю, конусы будут стоять. За вот этот клуб объезжаем. Не мог я ему опахал, ну что, посмотрите, на царя-то, блядь, посмотрите. Такие дела. Блядь, это края крайне, это беспредел. Тут светофоры из каких-то 4 секций. Люди ездят вообще хуй просышь как. Этот, блядь, на тротуар, эти навстречку. Опасность. 5-я минута моего пребывания за рулем. Мы еще никуда не въебались. Ну, в основном, потому что мы стоим в пробке. Здравствуйте, сегодня для Порки Инсайт, специально для Порки Инсайт мы берем интервью у самого Порки. Ну, у Ярика, сам короче. Порки, номер, а где Порки, кстати? Кстати, ты Порки забыл? Сумки он. Нет, а, Ярослав, здесь. Что вы думаете по поводу этой гонки? Отличная гонка, великолепная. Единственный минус этой гонки в том, что мы не едем эту гонку. Остальное все супер. Я очень много переднеприводных тачек на самом деле. И вот идешь по парку, и процентов 80% это переднеприводные зажигалочки. Поэтому в переднем приводе будет очень интересно. Но не надо забывать, что здесь и полного привода тоже там что-то очень много. Вот я пока не увидел, либо машины не привезли, либо они уже поехали на квалификационный стейдж. Ну, как бы ничего из полного привода. Ну, все привычно для ERC, ничего нового, а переднего привода очень много нового. Короче, юниоров, сколько я говорил юниоров? Что-то человек 20. 18-19, да. Итак, за мной те самые верфи Белфаста, где собирали Титаник. И, собственно, практически на этом легендарном месте у нас сервис-парк. Большой, удобный. Все на асфальте. Автомобили готовятся, чтобы отправиться на шейкдаун. Сначала там будут тренировочные заезды и квалификационные. Многие уже уехали, и сейчас наши парни тоже поедут. Гирс доволен. Хотя, видимо, ему не рассказали, что мы уже сломали одну тачку. Показали результаты примерно к серединке. И сейчас я хотел бы, ну, соответственно, вся движуха идет с автомобилями на нашей улице. Пойдем сходим на следующую. И хотелось бы показать вон старые тачки, которые участвуют в своем зачете типа исторического ралли. Конечно, очень нравятся старые прикольные форды. Старый Ford Escort. Еще были миники, но сейчас дойдем до парковки. Эти какие-то блатные, потому что историки, по идее, стоят отдельно. Пока нас не отпиздили, пойдем заглянем внутрь старого. Трушного раллийного автомобиля он должен быть. Вот эти маленькие будущие чемпионы помогают как могут. Пацан старается, катает колеса. Так как вы уже наверняка устали от автомобилей Ford Escort, насколько красивыми бы они ни были. Вот, друзья, мистер Бин тоже принимает участие в гонке Circle of Ireland. Настоящий автомобиль мистера Бина. Старенький мини. Смотрите, какой он клевый. Блять, как в него залазить-то вообще? Смотрите, руль занимает половину автомобиля. Спидометр, тахометр слева, вообще спидометр по центру, тахометр слева. Скотчем примотан какой-то датчик. Ну такой
Нормальный олдскульный колхоз. 8,5, охренеть, просто куда они смотрят, пипец, блин, уроды. Как вы думаете, с чем связана эта реакция? Предыстория следующая. Стас, может быть, мы заплатим за парковку? Нет, за парковку платят только лохи и неудачники. Та-дам! 100 фунтов штрафа в замечательном желтом конверте. Вон те он, ребята, которые еще не успели уехать, залепили нам. Сейчас вот стою левый полос, совсем левый полос, ну, или две крайне левых. Короче, ты меня понял. Адаптировался к правому рулю. Нам страшно. Говори громче. Нам очень страшно. Мы гоним. Сядем уси. За желтым. Сейчас едем по Оксфорд стрит. Нет, не важно. Очень ценная информация. И своевременная. Короче, тебе нужно в крайний правый ряд, там вот до светофора, до последнего, там ты обратно. Не в крайний правый, это где мы с вами тогда, Стас, помните? В крайний правый. Я ж не дебил. Через автобус пас можно перестраиваться. Нельзя. Можно? Нельзя, папа знает. А зачем ты в лифт полез? Мы тут ездили, папа знает. Вот. Это уже сейчас будет поворот с левого ряда в крайний правый. Че ты слышишь? Там вот Стас только направо поворачивает, забыл, что он тут есть. Четвертая желтенькая зачетная. Да, ручка еще. Мне белая, она нравится. Это будет, да. Она уже старая смотрит. Пореже чуть-чуть. Что? Да. Ну что? И мне это тоже не молоденькая.